Всем привет! Сейчас будет классная подборка товаров с сайта AliExpress, а в конце разыграем телефон. Следующая вещь наверняка понравится всем тем людям, которые обожают путешествовать и вечно набирают целые чемоданы вещей, либо же подарков с отдыха. Это стильный и удобный чемодан, обладающий оригинальной функцией. Я говорю о выдвижном самокате, который можно использовать для легкой переноски багажа. Достаточно просто нажать на кнопку и через несколько секунд уже ехать на самокате. Согласитесь, такой способ переноски куда проще и веселее, нежели всем привычный. Максимальная нагрузка при этом не должна составлять более 140 кг. Продавец также предлагает 6 расцветок. Длина каждой модели без учета выдвижной ручки 60 см, а ширина 38,5. Весит он чуть меньше 6 кг. А это новый телефон от компании Oktel, модель WP8 Pro. Она оснащена 6,5-дюймовым экраном, 8-ядерным процессором, аккумулятором на 5000 мАч и защитой по стандарту IP68 и IP69K. В отличие от предыдущих защищенных смартфонов этой линейки, эта модель имеет всю ту же прочность, но облегченный вес, что значительно должно расширить круг покупателей, так как некоторые люди не берут защищенные смартфоны именно из-за веса. Еще помимо воды и пыли непроницаемости и ударопрочности, смартфон имеет устойчивость к высоким и низким температурам. И самое классное, это то, что с 25, то есть с сегодняшнего дня по 29 сентября на этот смартфон действует скидка. А вторая хорошая новость, это то, что первые 400 человек, которые закажут этот смартфон, получат в подарок ТВС-наушники совершенно бесплатно. Если что, все ссылочки есть в описании. Это интеллектуальная вещица, которая поможет вам всегда сохранять правильную осанку. Сама из себя она представляет небольшой ремешок, который крепится на вашу спину через руки. Сперва вам придется ее настроить. Для этого будет нужно надеть ее и принять позу с правильной осанкой. По истечению 4 секунд она издаст вибрацию, тем самым показав, что ремень запомнил это положение. В дальнейшем, если вы будете сгибать спину, устройство начнет вибрировать, информируя тем самым о вашем искривлении. Полезная штука для тех, кто хочет исправить свою осанку. Согласитесь, каждый из нас хотя бы редко дохитрит с будильником, то вовсе отключая его, то перенеся таймер на несколько минут вперед, о чем, кстати, потом может сожалеть. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, с большей вероятностью проснуться, и был создан вот этот будильник. Он имеет форму привычного всем ковра, располагающегося само собой где-то на полу перед кроватью. Как только он зазвонит, человеку потребуется встать на коврик и подождать несколько секунд. Лишь после такого действия он отключится. Думаю, не каждый человек захочет вновь ложиться на кровать после того, как он уже встал, ведь сон будет потерян. В общем, отличная вещь, которая приучит вас вставать четко по будильнику. Если вы любите активный отдых и зачастую останавливаетесь где-нибудь в лесу или другом не особо освещаемом месте, рекомендую присмотреться к таким вот перчаткам. Сразу хочется отметить, что каждая такая модель не имеет ткани на кончиках пальцев, что делает их более удобными. Сделаны они из спандекса и хлопка, продаются только в черном цвете. Из особенностей будет неправильно не сказать и про их водонепроницаемость, которой, кстати, нет. Ну а главной фишкой таких перчаток является подсветка. Мини-фонарики имеются на указательном и большом пальце, что способствует правильному свету в желаемых местах при работе с объектом. Мне кажется, это стоящий вариант для какой-нибудь рыбалки, походов или работы в темноте. Готов поспорить, что вы любите щелкать ручкой или крутить ее в руках, а может быть все и сразу. Оно и не удивительно, ведь ученые давно доказали, что подавляющему большинству людей это нравится, осознают они это или нет. Но зачем обкладывать себя различными подобными предметами, если можно найти спасение в одном таком вот кубике? Эта модель совмещает в себе все основные способы снятия стресса при помощи собственных рук, от нажатия на различные кнопочки до прокрутки колесиков. Такой кубик может стать как лучшим другом во время длительного ожидания, так и креативным и в то же время недорогим подарком для друга.
А это летний портативный вентилятор, который в то же время выполняет роль распылителя. Его дизайн крайне прост и интуитивно понятен. Имеются всего две кнопки. Верхняя отвечает за включение обычного вентилятора, работающего в трех скоростях. Нижняя же кнопка запускает режим распыления. Для его работы разве что понадобится залить немного воды в резервуар перед самим вентилятором, существо внутри которого, кстати, можно выбрать при оформлении заказа. Благодаря удобной форме этот вентилятор может использоваться как в путешествиях, так и дома. Его можно легко установить на ровную поверхность. Продавец предлагает только две расцветки, розовую и белую. Устройство, что я вам сейчас покажу, позволит вам ощутить себя в роли настоящего бариста и с легкостью создавать восхитительную холодную или горячую молочную пену, а также подогревать молоко одним нажатием кнопки. Машина сделана из нержавеющей стали и имеет мощность в 500 Вт. Объем резервуара для нагрева молока составляет 240 мл, а для создания пены 125. Пену, кстати, можно создавать в двух видах, более сильную и маленькую соответственно. Сельскохозяйственный распылитель – незаменимая вещь для людей, которые выращивают что-либо. Сделан он из нержавеющей стали, ручка прорезинена. В управлении само собой предельно прост. Диаметр дырки для шланга составляет 12,5 мм. В наличии имеется 4 размера самих распылителей. Длина меньшего из них составляет 19 см. Умная розетка – это очень удобное приспособление, которое является частью умного дома. Она сочетает в себе возможности голосового управления и совместимость с помощниками Amazon Alexa или Google Assistant. Поддерживает операционные системы iOS и Android. С ее помощью вы сможете усовершенствовать различные девайсы и технику, управляя ими удаленно по Wi-Fi. Она сделана из негорючего материала поликарбоната, который обладает устойчивостью к воздействию пламени. Большей красочности ей придает RGB-подсветка, которая встроена в корпус. Если вы не хотите постоянно обращаться к врачу, чтобы посмотреть свои зубы, уши или любые другие места, где будет необходимо увеличение, советую обзавестись микроскопом. Он, кстати, может пригодиться и в других домашних условиях. Эта модель имеет приближение 200x, 6 LED подсветок и возможность поворачиваться на 360 градусов. Также она полностью водонепроницаема. Микроскоп удобно держится на подставке и легко снимается. Трубочка диаметром всего 8 мм, что позволяет обследовать труднодоступные места. Первый вопрос, который у меня проскочил в голове, как только я увидел этот товар на Али, был: а кому это вообще нужно? Это аттракцион Либер. Он оборудован для двух человек, общий вес которых не превышает 150 кг. Как только пассажиры пристегнутся и нажмут кнопку старт, аттракцион начнет их раскачивать то назад, то вперед, параллельно совершая движение. Честно говоря, мне уже от одного видео становится плохо, но для любителей подобных развлечений может и зайдет. Скорость движения может достигать 8 км в час, на одном заряде аккумулятора он способен проработать до 8 часов времени. Процесс сопровождается яркой подсветкой и музыкой, можно настроить скорость, с которой колесо будет раскачиваться. Я бы предпочел нулевую. Не обязательно уметь играть в футбол на улице и хорошо в нем разбираться, чтобы на раз-два раскатывать своих оппонентов в настольном варианте. Это довольно просторное игровое поле, на котором можно сыграть в 6 игроков. Габариты стола составляют 37 на 69 сантиметров. Есть возможность приобрести вариант с короткими или высокими ножками, однако с высокими выйдет дороже. У боковин стола с обеих сторон имеется счетчик голов от 0 до 9. На игровом поле всего 18 фигур, а также 6 ручек для управления. Ручки имеют удобное, прорезиненное ребристое основание. Это настенный дозатор для зубной пасты. Он оснащен 4 отсеками с ультрафиолетовым дезинфицирующим средством для установки и стерилизации щеток, одним отсеком под тюбик с пастой, а также 5 слотами ниже, в которых можно поместить прочие умывальные принадлежности: бритвы, зубные щетки, щетки для языка и так далее. Наличие УФ-стерилизатора позволяет аккуратно и гигиенично хранить средства личной гигиены, а дозатор значительно сокращает расход пасты и помогает сохранять порядок в ванной комнате. У него есть два вида питания: от солнечной панели и встроенного перезаряжаемого аккумулятора на 2000 мАч. Для полной зарядки устройства потребуется от 4 до 6 часов.
А это незаменимое чудо-приспособление, которое может применяться как для профессиональных, так и домашних работ. Оно значительно облегчит процесс измерения, в отличие от обычной рулетки, которая постоянно обламывается, сползает и доставляет немало хлопот, если работаешь в одиночку. Это электронная смарт-рулетка, которая позволяет измерять расстояние по прямой и вычислять периметр. Кроме того, она подойдет для измерения цилиндрических объектов, неровных поверхностей или кривых линий. Максимально допустимый замер при непрерывном прокате рулетки составляет 10 метров. Имеет несколько режимов работы, которые переключаются кнопками на корпусе. Одновременно устройство может хранить до 10 результатов замеров. Работает от аккумуляторной батареи и без подзарядки гаджет способен провести до 3000 измерений. Следующий прибор отлично подходит для глубокого очищения, лифтинга, а также тонизации кожи. Он сочетает в себе три самых популярных косметологических методики – ультразвуковой пилинг, микромассаж и фонофорез, что позволяет проводить профессиональные процедуры глубокой очистки ухода за кожей лица и декольте в домашних условиях. Устройство имеет эргономичный дизайн, мультифункциональность, а также полностью безопасно. В комплекте помимо самого прибора идет зарядный кабель Type-C и инструкция. На очереди магнитный браслет – удобная вещь в быту, позволяет закрепить важные строительные принадлежности и различные мелочи. Браслет выполнен из надежной и устойчивой к истиранию ткани Oxford и имеет крепеж-липучку. Он 36 см в длину и 8,5 в ширину. Поместится все самое необходимое, оснащен 10 сильными магнитами. А эта необычная ваза выполнена в скандинавском стиле. Она оснащена минималистичным дизайном и состоит из деревянной основы и колбы, куда заливается вода и ставятся цветы. Представлена в двух цветах – черный орех и бук. На вазе предусмотрен специальный крепеж для стены. Именно туда чаще всего она и устанавливается. Размер основания 41 см в длину и 3,5 см горлышко. Колба 14,5 см. Стоит понимать, что такая ваза служит исключительно для декорации комнаты. Надеюсь, у меня здесь есть любители вечеринок и веселого времяпрепровождения. Это шлем для напитков, который оборудован двумя трубочками и специальным крепежом для банок. Работает механизм довольно просто, да и трубочки большие, так что жидкость не будет застревать по пути. Продается в нескольких ярких цветах. В последнее время стали особенно популярны светодиодные ленты и панели, с помощью которых можно придать комнате совершенно новый вид, да и просто погрузиться в атмосферу. Однако нормальное светодиодное устройство с RGB и всем необходимым в комплекте может обойтись в приличную сумму, особенно если оснащать ими всю комнату. Поэтому хочу вам предложить более экономичный вариант. Это светящийся скотч, который проявляет себя в темноте. Есть вариант на 140 и 400 см, самый большой из них обойдется вам в 300 рублей. Скотч легко клеится и может быть использован даже в ванной комнате. Освещает, конечно, не так ярко, как лента, но для атмосферы самое оно. Да и визуально смотрится аккуратно. Если у вас дома живут коты, собаки или другие носители шерсти... забыл еще девушек, да... Так вот, если у вас дома есть домашние питомцы или же девушка, чья шерсть или волосы остаются на одежде и забивают фильтр стиральной машинки, то я хочу показать вам этот компактный гаджет. Внешне он выглядит как цветочек с сетчатым мешком. Во время стирки он находится вместе с одеждой и во время прокрутки барабана собирает волосы, шерсть, а также различные предметы, которые не были убраны из карманов, в небольшой фильтр. Таким образом, он избавит вас от дорогой чистки или даже от ремонта машины. Лично я очень люблю карточные игры, особенно если играть в них большой компанией. Для тех же, кто любит карты, на AliExpress продаются огромные колоды размером 13x9, 17x12 и 20x28 см. Колода состоит из 52 карт, от двоек до тузов, и на них красиво нанесен рисунок. С такой колодой уж точно не выйдет мухлевать, а также это прикольный подарок для фанатов подобных игр. Наверняка, если вам хоть раз приходилось двигать мебель, то вы понимаете, что при одном неаккуратном или резком движении есть шанс повредить дорогой пол, особенно если это линолеум, ламинат или паркет.
Да и по ковровому покрытию двигать тяжелые предметы тоже такое себе, ведь все сразу начинает загибаться и неаккуратно выглядеть. Так вот, для таких случаев на Alim можно найти целый передвижной комплект, состоящий из 4 роликов с прорезиненной основой, мягкими колесами и подобием домкрата. Размер роликов 80 на 106 мм, мне они очень понравились. Каждый ролик может выдержать нагрузку 25 кг, суммарно все вместе 100. Этого достаточно, чтобы передвигать диван, шкаф, кровать и другие предметы. А вот подъемник меня не порадовал, слишком уж маловат, всего 345 мм, да и поднимать им довольно сложно. С виду это самая обычная пишущая ручка, оборудована флеш-накопителем. У продавца можно выбрать желаемый объем памяти 4, 8, 16, 32, 64 или 128 гигабайт. Вместе с объемом будет меняться и стоимость товара. Поддерживается USB версия 2.0 и 1.0. Скорость записи накопителя довольно маленькая, она варьируется в пределах от 3 до 10 мегабит в секунду. Несмотря на то, что ручка на 4 гигабайта стоит не так много, как последующие модели, я бы не стал на нее тратиться. Как говорят отзывы покупателей, в процессе могут возникнуть ошибки, да и пишет она так себе. За эти деньги можно купить 100 обычных ручек и накопить на нормальную флешку. Однако, если вы не особо придирчивы и хотите как-то разнообразить свою коллекцию необычных вещей, то вполне может зайти. А это очень милая коробочка для сладостей, она продается в двух вариациях, с одним и двумя этажами. На каждом этаже имеются свои отсеки разной вместимости. Выполнена в форме цветка в пастельных оттенках, где отсеки являются лепестками. В центре коробочки предусмотрена специальная подставка для телефона. Так можно смотреть видосики, не отвлекаясь от любимого дела. А если вы используете емкость для гостей, то в ней даже предусмотрен вращающийся механизм. Помимо различных сладостей, посуду также можно использовать для размещения снеков к фильму. В общем, думаю, найти продукт, который туда поместится, не составит у вас труда. Для любителей оригинальных дизайнов клавиатур в этот выпуск я добавил необычный кейкап, оснащенный небольшим спиннером. Он заменяет стандартную клавишу механической клавиатуры, продается в нескольких ярких принтах с разными цветом самого спиннера. Как по мне, крутая идея апгрейда своего девайса, и стильная, и нервы успокаивает во время потной катки. Правда, я не рекомендую использовать такую вещь на горячей клавише, уж слишком неудобно. А если вы устали после трудового дня или вам хочется чего-то веселого и необычного в выходные, тогда вам точно понравится этот гамак-палатка. Изготовлен он из прочной водонепроницаемой ткани и выдерживает вес до 200 кг. Еще его можно использовать как качели для всей семьи. Гамак складной, легко помещается в багажник авто, так что его можно брать с собой даже в путешествие. Следующая игрушка не оставит равнодушными любителей радиоуправляемых автомобилей. Вы только посмотрите, какие трюки может выполнять это чудо. Вращаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Более того, он может сразу же прыгать на месте. Ему не страшны падения и перевороты. В общем, отличная экшен-игрушка. А если вы любите танцевать и хотите придать своему танцу спецэффектов, то присмотритесь к этому светодиодному оптически волоконному фонарику, или попросту говоря, светодиодной плетке. С помощью одной кнопки можно легко и быстро переключать световые эффекты прямо во время танца. Такая вещица сделает вашу вечеринку незабываемой. А следующий модный девайс по достоинству оценят любители автомобильной марки Ferrari. Это стильные спортивные наручные мужские часы. Форма стекла напоминает прозрачную крышку капота Ferrari la Ferrari, а механизм двигателя. Картину дополняет удобный ремешок. В общем, неплохая копия знаменитой швейцарской компании Hublot по доступной цене. Такую вот кружку по достоинству оценят заядлые геймеры. Если вы заняты повседневными делами и у вас нет возможности посидеть за любимой игрой, то вы всегда можете устроить себе небольшой кофе-тайм
и подержать в руках кружку с ручками в форме такого удобного и привычного джойстика, а на дне прочитать привычную надпись «Game Over». Вот не только игрушка-робот, но еще и прикольная головоломка. Поставляется он в разобранном виде, так что прежде чем поиграть, необходимо будет правильно собрать все детали. А их в комплекте, кстати, немало, целых 408 штук. И если вы сделали все верно, то робот при помощи пульта будет двигаться вперед-назад, поворачиваться, раскачивать головой и мигать глазами. Следующий товар придется по душе владельцам мототехники, поскольку это классный рюкзак просто с потрясающим видом и интересным механизмом открытия. Этот чудо-рюкзак предназначен для перевозки в нем шлема, но я думаю, в нем можно перевозить и любые другие вещи. Тем более, если учитывать тот факт, что он водонепроницаемый. Здесь у меня классный электрический скейтборд, на котором запросто может прокатиться по городу и отвлечься от своих дел. Весит такая модель около 30 кг и способна разогнаться вплоть до 45 км в час. До полного заряда аккумулятора потребуется в районе 8 часов. Продавец предлагает на выбор три разные модели, каждая из которых имеет свой собственный вес и характеристики. Интересным его делает необычная подсветка, расположенная с боковых, а также задней и передней сторон. За все управление, а также мониторинг скорости и прочих данных отвечает специальный пульт. Если вы думаете, как можно развлечь себя в свободное время, то почему бы не присмотреться к такому вот оригинальному варианту? Это игрушки на пульте управления, которые играют в футбол. Суть такой вещицы предельно проста и понятна. Роботы владеют множеством футбольных приемов, обводкой, перехватом, пасом, выполняют удар, подъем и многое другое. Имеется два уровня – новичок и профи. Они отличаются расстоянием между крючками. Игрокам понадобится время, чтобы приловчиться к непростому управлению, но все же сам процесс уже с первой секунды будет крайне веселым. Игрушка сделана из пластика и практически ничего не весит. А это достаточно объемная пивная кружка, представлена на 500 и 600 мл. Имеет несколько стилистик, 4 вида черепа, викинг и имитация дерева. Каждая кружка оснащена красивой ручкой, являющейся главным элементом дизайна. Здесь она может быть представлена в виде рогов, необычного плетения, а также есть варианты без ручки. Основа выполнена из нержавеющей стали. Школьная пора уже наступила, поэтому мне показалось разумным добавить в выпуск вот эту полезную и современную вещь. Это электрические ластики, стирающие следы от карандашей. Их корпус сделан из пластика. Каждая модель имеет возможность сменить резиновый наконечник сколько угодно раз, что делает подобный инструмент многоразовым. Диаметр ластиков 12 на 5 мм, а самой ручки 17,5 см. Довольно удобная вещь, которая непременно пригодится каждому ученику. А следующая вещь может быть заменой всем трем другим видам транспорта. С виду это может показаться обычным детским самокатом, но помимо его задачи, он также может являться и велосипедом, и даже обычной машинкой, на которую можно присесть и двигаться при помощи толчков своими ногами. Сделан из металла, имеет довольно широкую удобную сидушку, колеса также надежные. В целом никакого дискомфорта во время его пользования возникнуть не должно. Если кто-то из вас находится в поиске необычного подарка близкому, либо просто какой-то интересной декорации, то я попрошу вашего внимания. Это левитирующий горшок с настоящим растением. К нему прилагается небольшая подставка, сделанная под дерево, которая и создаст эффект левитации. Сама по себе вещица компактна и легко может поместиться даже на небольшом столе. Со стороны выглядит очень аккуратно и стильно. Весит вся конструкция около 1 кг. Имейте в виду, что для работы устройство будет необходимо подключить к розетке. Следующий предмет может быть лучшим другом для любого мужчины, который постоянно что-то прикручивает, отрезает, открывает, либо же скрепляет. Это стильный железный мультитул. В собранном виде он практически не занимает места, чего будет крайне удобным при переноске. Несмотря на свои маленькие габариты, он может похвастаться совсем не маленьким ассортиментом принадлежностей. Тут найдется все от маленьких пил до плоскогубцев. Также, кстати, может быть довольно приятным и качественным подарком.
Для любителей всяких интересных штучек хочу показать необычную копилку, выполненную по мотивам персонажа из аниме «Унесенные призраками». Канаси одет в черную полупрозрачную мантию, которая закрывает полностью все его тело и голову. Вместо лица он носит белую маску, аналогичную театральной. Под маской персонажа расположен огромный рот. Таким образом, когда к нему на тарелку кладешь монетку, он будет автоматически подносить ее к своей шее и проглатывать. Процесс сопровождается непонятными звуками, но и сам Канаси лишен дара речи, отчего практически невозможно понять, что он хочет донести. Сама копилка хоть и не отличается качеством, но выглядит довольно-таки прикольно. А это необычный роскошный бокал для вина, который оснащен декоративной акулой, прикрепленной ко дну. Когда ее наполняешь, акулу становится едва видно, только лишь ее плавники. Размер бокала 21 см в высоту, 7,5 см в основание и 6 см горлышко. Объем 300 мл. Следующая вещь-находка для тех, кто частенько бывает в незнакомых странах и из-за незнания языка не может установить контакт с жителями. Это футболка для отчаянных путешественников. Ее принт представляет из себя набор из 40 пиктограмм, иллюстрирующих основные потребности рядового туриста. На футболке есть изображения, обозначающие, например, заправку, телефон, аптеку, часы, кофе, поезд, Wi-Fi и все самое необходимое, чтобы не умереть с голоду и не пропасть. Владелец такой вещи может просто показывать на то, что ему нужно, если не может объяснить это более сложным способом. Продается в нескольких размерах и в двух цветах. Массажный пистолет. Многим людям крайне необходим массаж после тяжелых трудовых будней или интенсивных спортивных тренировок, но иной раз сеанс у специалистов может стоить кругленькую сумму, поэтому я хочу вам показать достаточно недорогой, но очень многофункциональный вариант массажера. Он предназначен для тщательного воздействия на различные группы мышц. Он снимает напряжение после тренировок, улучшает циркуляцию крови, возвращает подвижность и ускоряет восстановление после силовых нагрузок. В наборе с самим прибором приходит 6 насадок, а на выбор представлено более 5 различных режимов работы, отличающихся интенсивностью массажа. На одном заряде аккумулятора он способен проработать до 4 часов. Электронная зажигалка. В отличие от обычной рядовой модели, она не требует заправки и способна зажечь что-либо без огня, заряжается от обычного USB и может прослужить долгий срок. Ее пламя представляет собой электроимпульсную дугу, отчего такие зажигалки обладают хорошим сопротивлением ветру и другим погодным осадкам. Также устройство оснащено прикуривателем, который располагается левее дуги. Нельзя не отметить ее внешний вид, смотрится она очень стильно, к тому же если подобрать какой-нибудь необычный свет, получится вообще круто. Каждая модель достаточно компактная и удобная. В общем, неплохой и недорогой подарок. Лично у меня, смотря на такие товары, сразу же наступает приятная ностальгия по 90-м, когда был пик пиксельных игр и о всяких навороченных компьютерах с невероятной графикой, которую невозможно отличить от настоящей жизни, не было даже речи. Хочу и с вами поделиться частичкой своих теплых воспоминаний. Это игровая ретро-консоль. Она оснащена 3-дюймовым ЖК-дисплеем, достаточно мощным аккумулятором, заряда которого хватает на 6-7 часов и более чем 500 играми. Среди них вы можете найти следующие: Марио, Танчики, Бомбермен, Кот Феликс, DuckTales и еще много всего другого. Также обратите внимание на комплект с джойстиком. Если же вы знаете фаната подобных ретро штук или сами им являетесь, не задумывайтесь, берите консоль на заметку. Не пожалеете, это я вам гарантирую. Если вы вдохновились роликами из интернета, либо просто хотите в границах своего дома смешивать различные вкусные коктейли, вам понадобится специальный для этих дел набор. Он включает в себя весь необходимый инвентарь бармена, который состоит из 12 позиций и используется для приготовления коктейлей разной сложности. Он подойдет как новичкам, так и профессионалам. Все элементы качественно сделаны из нержавеющей стали. Также в комплекте приходит и красивая на вид бамбуковая стойка, на которой можно разместить все свои реквизиты. А это еще одна интересная вещица – тапочки хлеб. Они выглядят очень естественно и аппетитно. Хрустящая, немного золотистая корочка снаружи и нежная пористая мякоть внутри. Все как мы любим, аж слюнки идут. Кроме того, тапочки отличаются и своим удобством. Они, поверьте мне, очень мягкие и уютные. Продаются в 3 дизайнах и размерах. Так сказать, каждый подберет хлебушек на свой вкус.
Следующий предмет подойдет для тех, кто любит выращивать что-то в домашних условиях. Это специальная лампа, которая оснащена для этого всем самым необходимым. Высоту она 37 см, ширину чуть меньше 20. Устройство имеет специальный резервуар для воды, и различные индикаторы учитывают хорошую технологию посадки растений и многое другое. Одним словом, это современное решение проблемы занятий растениями в домашних условиях. Если же среди моих зрителей имеются игроки в CSGO, то наверняка сразу узнают по форме и нескольким принтам этот удивительный нож. Ну а для тех, кто не в курсе, это керамбит – нож с изогнутым клинком и заточкой, как правило, с внутренней стороны. Его удерживают основным хватом, продев указательный или большой палец в кольцо. Лезвие острия клинка ориентировано от себя. В шутере, от которого он и получил такую популярность среди младшего поколения, он представлен в запоминающихся окрасах, например, зуб тигра, радужный градиент и другие. В последнее время стали особенно популярны различные светодиодные подсветки, но иной раз их свечение может казаться надоедливым и местами даже раздражающим, хотя яркости и атмосферы у них хоть отбавляй. Поэтому я хочу вам показать очень завлекающий ночной вариант. Этот шар не только атмосферно светит, но и создает на потолке, а также на стенах различные рисунки, луну, звезды или планеты. Он не режет глаза, не так ярко светит и не доставляет дискомфорта. Как по мне, отличный вариант для ночного освещения. Кроме того, он еще может использоваться по-разному. В роли ночника или же прожектора. Скетчбук, или для многих обычный блокнот, это очень полезная вещь, которую можно использовать совершенно по-разному, для ведения личных записей, заметок, набросков, планов и других подобных вещей. Кроме того, скетчбук является хорошим качественным подарком. Эта модель имеет красивое боковое плетение и приятную на ощупь основу из кожи, поставляется в специальной коробке и продается в нескольких расцветках. Тот телефон, который разыграем в этом видео. И чтобы его выиграть, вам нужно быть подписанным на канал, поставить лайк и написать комментарий. Итоги будут в сообществе канала после того, как наберем 1000 лайков. Желаю всем успехов и пока-пока.